Звучит песня, которая призывает футбольный клуб КАМАЗ двигаться только вперед. Ну, а что касается Шинника, да и КАМАЗа в том числе, то эта неделя, эта рабочая неделя для обеих команд очень непростая. Причина – одно слово – кубок. И КАМАЗ, и Шинник вступили в борьбу за кубок посреди недели. 17:30 по местному времени и по Москве тоже. КАМАЗ, Шинник. Поехали, стартовый свисток, КАМАЗ с мячом, разыграли мяч с центра поля, стартовый состав. Ну, давайте с хозяев уж начнем, раз они развели мяч. Ну, пробуют челнинцы сейчас с ударом, и еще один. И что, и мяч попадает в руку, и это пенальти, да! Под аплодисменты болельщиков КАМАЗа арбитр указывает на точку. Не разберешься, честно говоря. Сейчас давайте просто посмотрим за этим 11-метровым ударом. Разбег 1-0. КАМАЗ выходит вперед. Без особых проблем Давид Кубаев реализовывает этот 11-метровый удар. Четко в левый от себя угол он мяч отправил. Айдаров не стал гадать. Айдаров прыгнул за мячом. Будут сейчас мешать и пытаться эту самую стенку развалить. Ну и смотрим. Удар! Штангу попадает мяч. Это Данила Сухомлинов был. Гореловым просто отыгрались. Дальше следует вот такой вот заброс из глубины в штрафную площадь. Бить надо 2-0! Атаковал Шинник, а забивает КАМАЗ. Удваивают свое преимущество хозяева под бурные аплодисменты болельщиков, которые в восторге от того, как их команда проводит стартовый отрезок этого матча. О половине поля ярославцев. Но сейчас все же ярославцы врываются в штрафную площадь. Момент! Ну что такое? Ну как? Но миллион возможностей было для того, чтобы точнее Захару Федорову ударить, а у Шинника штрафной. Два игрока неподалеку от мяча у КАМАЗа. Подача! Это было круто! Но мяч проходит рядом со штангой. И даже если один мяч забьет, то все равно этого мало. Ну а КАМАЗ бежит за третьим мячом, и КАМАЗ его забивает, ставя эффектнейшую точку в этом матче. 3-0. КАМАЗ крупно получается, да, уже обыгрывает Шинник. Великолепная скоростная атака, образцово показательная. Буквально несколько баллов, и уже команда поднимается сильно выше или наоборот опускается сильно выше, сильно ниже. Вот, поэтому просто поздравим КАМАЗ с убедительной победой со счетом 3-0. Давид Кубаев, 11-я минута, реализованный пенальти. Никита Мельников на 25-й минуте удваивает преимущество своей команды. И в итоге эти два мяча становятся определяющими в этом матче.